Привет всем, друзья! Вы на канале Kids Playbox, и сегодня мы играем в игру про Барбоскиных, в которой поможем Лизе Барбоскиной лечить зубы всей ее семье, ведь она станет зубным врачом. Итак, поехали! Вы не поверите! Ну вообще! Что-то случилось? В нашем дворе высадились инопланетяне? Нет, Роза встретила в подъезде Брэда Питбуля. Ну не томи, Розочка, рассказывай. Нас в школе на каникулах будут знакомить с профессиями. Там будут и медики, и полицейские, и юристы, и пожарные, и вообще представители всех профессий. Представляете? Всех! И? Что и? Я всегда хотела поработать стоматологом. Вот этой, как ее, бармашинкой в зубах. Поэтому на летнюю практику я записалась в стоматологическую клинику. А вы, дорогие мои, будете подопытными, моими первыми пациентами. Ой, здорово! А я не могу! У меня чемпионат двора по футболу. Тогда, дружок, могу обслужить тебя вне очереди. И кто тут самый смелый? Вот такая вот история. То есть будем лечить зубы всей семье. Так, начнем, пожалуй, как раз дружка вне очереди, а то он спешит. Выбирай, у нас кого будем на футбол лечить. Ой! Ну, дружок, готовься. Будем лечить тебе зубы. Бояться нечего. Вас будет лечить опытный доктор. Ага, в прошлый раз ты точно так же говорила. Пациент, сейчас опытный доктор покажет. Все ясно. Для работы нам нужны эти инструменты. Ой, какие у дружка зубы так грязные. Надо их помыть. Наверное, да? Или что? Первым делом. А, теперь трубка. Начнем лечение. Сполоснем полость рта. Хорошо, давай. Полоскиваем. Очистим зубы от застрявшей еды и зубного камня. Правильно, все делаем по правилам. Так. Чистим. Сейчас будет голливудская улыбка, дружка. Лиза Барбоскина сейчас покажет мастер-класс. Так, все вот этот вот. Очищаем. Давай. Так, еще чуть-чуть. Так, ну, пожалуй, все, да? А грязные зубы нужно просто почистить. Давай почистим зубы. Не боись, дружок. Сейчас будет все по высшему разряду. Фирма веников не вяжет. Ну, давай, последний зуб, что-то зеленый. А, вот еще зеленый зуб. Так. Зеленые зубы были, стали белые. Перед началом серьезного лечения нужен укол обезболивающего. О, это уже серьезно. Так, коль. Пью. И все, и не больно, и не страшно. Уберем кариес бормашиной. О, дружка, кариес. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Наберем инструментом немного пломбирующего вещества. Посвети на пломбу, чтобы она застыла. Уберем кариес бормашиной. Все, сейчас вторую дырочку заделаем. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Давай, это уже мы знаем. Посвети на пломбу, чтобы она застыла. Все. А ты боялся. Ага, забираем трубку. Установим брекеты. Ой, а что сразу брекеты? Вроде у него зубы ровные. Ну давай, ладно, какие-нибудь там пацанские, хотя бы хоть более-менее похожие. Ну давай такие, что ли. Ну не совсем они пацанские, ну да ладно. Отлично, мы справились. Молодец. Рекомендую есть свежие фрукты и овощи. Это укрепляет зубную эмаль. Дельный совет. Кем займемся в этот раз?
Так, кого мы вторым выберем? Вторым у нас... Ну, был мальчик, давай теперь девочку. Давай. Кого у нас там, давай? Опа! И кто тут? Пациент, не бойтесь, это совсем не больно. Что-то, Лозочка, я тебе совсем не верю. Так. Ага. Пациент, откройте рот. Лизу Барбоскину сейчас будем. Все ясно. Для работы нам нужны эти инструменты. Ну, попробуем то же самое. Вот теперь начнем лечение. Очистим зубы от застрявшей еды и зубного камня. Ну, давай почистим. У всех зубы не чищены, да? Так, так, так. Так. Ага, еще тут осталось. А грязные зубы нужно просто поочистить. Ну, давай почистим тоже. Что, сами не могли почистить, ё-моё. Пришли к зубному доктору с нечищенными зубами. Не делайте так. Зачем же доктору в грязных зубах? У пациента плохой запах изо рта. Воспользуемся фруктовым аэрозолем. Ну, попробуем. Ну, давай. Попшикали. Ну, вроде вышло. Все. Так, Лизу обслужили. Установим. Закончили. Брекеты. А, еще брекеты, да? Ну, давайте брекеты тоже сделаем. Ну, Лизе какие-нибудь красивые поставим. Вот такие. Красота. Отлично. Мы справились. Отлично, так, напоминаю, уже два пациента. Напоминаю, что чистить зубы нужно не только утром и вечером, но и каждый раз после еды. Запомнили и все? И кто тот самый смелый? Так, ну что ж, ну давай папе почистим зубы тоже. Ой. Полечим. Боится? Пациент, не бойтесь, это совсем не больно. Сейчас посмотрим, чему ты научилась. Давай, давай, сейчас. Пациент, Роза папе откройте полечит рот. Зубки. Все ясно. Для работы нам нужны эти инструменты. Ой, какой черный зуб у папы. Надо ему будет его вот полечить. Теперь наверное, вырвать лечение. Очистим зубы от застрявшей еды и зубного камня. А грязные зубы нужно просто поочистить. Ну, давай почистим. Папа тоже не почистил зубы. Ты посмотри какой. Чего ж вы не чистите зубы, когда идете к врачу? Надо чистить. Надо. Ну, давай почистим. У пациента плохой запах изо рта. Воспользуемся фруктовым аэрозолем. Ага, может быть, даже курит папа. Ну, яблочный аэрозоль у нас теперь. Давай. Отлично. Воспаление десны вылечим уколом лекарства. Где же у него это надо? А, вот сюда, да? Угу. Совсем испорченный зуб нужно удалить. Ну, давай. Что же делать-то уже? Оп, давай. Опа, вытащили, да? Не, еще не вытащили? Давай. Все. Теперь все подберем хорошо. Зубной протез нужного цвета, размера и формы. Вот такой, наверное, да? А какой? Такой? Вроде такой подходит. Не, не подходит. О, вот такой. Точно. Все. Видишь? Установим брекеты. Теперь папе тоже брекеты. Что ж она всем брекеты-то ставит, а? Прям вообще. Всем подряд. Надо или не надо, да? Ну хорошо, давай такие вот папе. Отлично, мы справились. Там вся семья будет в брекетах у нее. Ну давай. Приходите ко мне на обследование и профилактику полости рта не реже 2 раз в год. Кем займемся в этот раз? Вот видишь, какие правила задает. Так, ну давай следующего пациента будем лечить. Кстати, если вы первый раз у нас на канале, рекомендуем подписаться. Выбирай, кого будем и лечить. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры видео.
обзоры игр, то есть. Разумеется. Так, ну давай следующий. Ну что? Самый смелый. Ну, раз папу мы полечили, давай посмотрим, что там у мамы с зубами. Ой, она тоже боится. Что же боитесь-то все? Расслабьтесь и ничего не бойтесь. Расслабься. Больно не будет. Отлично, тогда начнем лечение. Пациент, откройте рот. Все ясно. Для работы нам нужны эти инструменты. Удивительно, даже мама не чистит зубы. Вот теперь начнем лечение. Никто не чистит зубы. Очистим зубы от застрявшей еды и зубного камня. Роза же предупредила всех, что ж все зубы-то не почистили, а? Ну ладно, давайте уже мы почистим. Хорошо, чистим, почистим. А грязные зубы нужно просто поочистить. Да, надо уже доплачивать за чистку зубов. Что-то никто не чистит зубы. Всем надо чистить зубы прям. У пациента плохой запах изо рта. Воспользуемся фруктовым аэрозолем. А у мамы-то что плохой запах? Наверное, часто пробует что готовить на кухне. Перед началом серьезного лечения нужен укол обезболивающего. Да, у меня там дырок в зубах хватает. Ну давай, что-то не получается. Давай. Опа. Один. Что надо? Два. Второй. Ух ты. Ну два, это уже серьезно. Подберем недостающий кусочек к поломанному зубу. Ой, у нее зуб сломанный. Ну давай какой-то вот такой кусочек, да? Посвети на пломбу, чтобы она застыла. Давай. Подберем недостающий кусочек к поломанному зубу. Еще один. Что же у мамы такие зубы сломаны, да? Посвети на пломбу, чтобы она застыла. Карамельки много грызет, наверное. Но Роза ей поможет. Уберем кариес бормашиной. Эх, зубы у нее серьезные. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Зубы пострадали прямо, да? Посвети на пломбу, чтобы она застыла. Уберем кариес бормашиной. Ну, давай еще. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Так, ох, и работает тут у мамы, конечно. Она застыла. Повезло ей, что Роза стала стоматологом. Все, закончим. О, шикарные зубы встали. Установим брекеты. Ну, естественно, куда же без них-то уже. Давай, такие красивые, оба. Класс. Отлично. Зеленого цвета. Изумрудный прям. Напоминаю, что чистить зубы нужно не только утром и вечером, но и каждый раз после еды. Все запомнили? Кем займемся в этот раз? Так, кто у нас остался? У нас остались малыш и Генка. Ну, давай, что ли? Да! Генка! Малыш останется у нас на десерт. Расслабьтесь и ничего не бойтесь. Больно не будет. А чего мне бояться? Это же обыкновенное лечение зубов. Ну давай, давай, посмотрим, какие у тебя зубы. Пациент, откройте рот. Ну давай, посмотрим, какие у Генки зубы. Все ясно. Для работы нам нужны эти инструменты. Тут вообще ужас. Вот теперь начнем лечение. Куча зубов проблемных. Ну давай полечим. Обнаружено бактериологическое заражение. Истребим все бациллы. Ничего себе. Это уже что-то серьезное. Так, все. Ого, электричеством что ли? Очистим зубы от застрявшей еды и зубного камня. Ох, тут работки. Генка запустил свои зубы. А грязные так не зубы делайте. Нужно просто поочистить. Не берите пример с Генки. Поломанных зубов куча. Гнилых. Нет, так не делайте. У пациента плохой запах изо рта. Воспользуемся фруктовым аэрозолем. Давай попшикаем Генки. Опа. Воспаление десны вылечим уколом лекарства. Ого, сколько ему надо. Три надо ввести. Три коль сделать. Три раза коль. Давай, два раза, третий раз.
Совсем испорченный зуб нужно удалить. Да у него и не один. Три зуба надо убрать. Ничего себе. Генка, видимо, любитель конфет и всяких сладостей. Теперь подберем зубной протез нужного цвета, размера и формы. Такой маленький, а уже будет три зуба искусственных. Так, ни то не подходит, не подходит, не подходит. Все не подходит. О, один есть. Второй. Тоже нет. Так, второй. Нет, куда его поставить? Сюда. И один остался. Перед началом серьезного лечения нужен укол обезболивающего. Еще один? Ну ничего себе. Генка, что ж ты так зубы свои запустил-то, а? Ужас просто. Такой умный. Подберем недостающий кусочек вот к поломанному зубу. Ну давай. Не, не тот. Давай вот этот. И не этот. А какой же тогда? Вот этот, наверное, да? Нет. Слушайте, да вот этот должен быть тогда. Нет, не подходит. А, вот этот вот. Посмотрите на пломбу, чтобы она застыла. Так, еще один надо запоставить. Да что ж такое-то? Посмотрите на пломбу, чтобы она застыла. Больше всего дел, даже больше, чем было в прошлый раз. Бормашиной. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Ох и работы добавил Генка. Посмотрите на пломбу, чтобы она застыла. Уберем кариес бормашиной. Да. Если бы что-то мне пришлось, я бы тоже пломбирующим веществом. Сходить к врачу. Ужас, сколько проблем в зубах. Ну все, выполнили все, сделали, привели в порядок зубы. Так. Установим брекеты. Ну, давай какие-то ему интересные поставим. Красные. Вау, какие классные. Отлично, мы справились. Наконец-то справились. Дел было куча. Чтобы дыхание было свежим, пользуйтесь ополаскивателем для полости рта. Кем займемся в этот раз? Так, ну остался у нас малыш, пожалуй. Ну, у него-то должно быть проблем не быть-то зубами-то. В таком-то возрасте. Хотя, может быть, и наоборот. И кто тут? Малыши обычно смелый. Любят сладкое. А вы напишите в комментах. Вы не боитесь ходить к зубному врачу? И соблюдаете ли вы правила ухода за зубами? Выбирай, кого будем лечить. Да тут и выбирать уже особо некого. Ой. Малыш? Ой, малыш испугался. Ну, мы попробуем аккуратненько. Вас будет лечить опытный доктор. Хорошо, я тебе верю, Роза. А можно и зайка со мной посидит? Так, сейчас посмотрим, что там у малыша творится. Пациент, откройте рот. Давай. Все ясно. Для работы нам нужны эти инструменты. А тут вот теперь начнем лечение. Работы непочатый край. Обнаружено бактериологическое заражение. Истребим все бациллы. Тут очистим зубы от застрявшей еды и зубного камня. Тут дел не в проворот. Самый маленький, самый худший зуб, да? А грязные зубы нужно просто поочистить. Ну давай почистим эти зеленые зубы у них все. Что же они едят такое, что у них все зеленые-то зубы-то, а? Вроде и собаки-то, а зубы зеленые, как будто траву едят. У пациента плохой запах изо рта. Воспользуемся фруктовым аэрозолем. Ну давай попшикаем. Так, воспаление десны вылечим уколом лекарства. Ох ты ж, один. Так, второй. Давай, третий. Четвертый. Совсем испорченный зуб нужно удалить. О, у него 4 штуки плохих. Ну ничего себе. Один. Верхние все зубы плохие. Три. Давай, третий зуб. И четвертый. Давай, тянем. О, теперь подберем зубной протез
нужного цвета, размера и формы. Малышу-то зачем зубной протез? У него же молочные зубы-то. Ох, это Лиза. Ой, точнее Роза. Увлеклась прям. Маленькому малышу ставить зубные протезы. Это ж додуматься надо. Ух ты ж, ёлы-палы. Все прям по инструкции. Так надо ж различать, кто маленький, а кто нет. Давай, давай, что тут еще вот этот стал сюда, не? Не то? Вот этот? Тоже нет? Вот этот? О! Так, что у нас осталось? А, еще один. Ё-моё, сколько у него... Перед началом серьезного лечения нужен укол обезболивающего. Так, коль. И еще один коль. Подберем недостающий кусочек к поломанному зубу. Ох, малыш, малыш. Сколько ж у тебя проблем. Посмотри на пломбу, чтобы она застыла. Подберем недостающий кусочек к поломанному зубу. Посвети на пломбу, чтобы она застыла. Подберем недостающий кусочек к поломанному зубу. Прям вообще. Золотые зубы выйдут. Посвети на пломбу, чтобы она застыла. Уберем кариес бормашиной. Прям все у него все, что можно быть такого тут. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Посвети на пломбу, чтобы она застыла. Уберем кариес бормашиной. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Эх, малыш, посвети на пломбу, ну чтобы ты она даешь. Уберем кариес бормашиной. Давай. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Давай. Ну что, все, справились? Неужели? Обалдеть можно. Установим брекеты. Такой маленький, а такие зубы плохие. И малышу брекеты. Ё-моё. Ну давай. Отлично, поставим. Мы справились. Ну что, со всеми прям справилась. Приходите молодец. Ко мне на обследование и профилактику полости рта не реже 2 раза в год. И кто тут самый смелый? Да уже всем ты уже тут зубы вправила. Все, молодец. Справилась всей семье, провела стоматологическое обслуживание. Выбирай, кого будем лечить. Молодец, Роза. Все, молодец, справилась со всей работой. Прямо врач-стоматолог высшей категории. Ну что ж, мы прошли по сути всю игру. Если понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарии. Если еще не подписан на наш канал, подписывайся. Нажимай колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры игр. А на сегодня у нас все. До новых встреч, пока!